Thank you.
Я закончила вторую тренировку. Всего три упражнения по три подхода. И у меня все болит. В первом упражнении я думала, все будет очень легко. Потому что надо было просто крутить рукой. Но когда я сгруппировалась, подтянула живот, таз подкрутила и начала медленно это все делать, у меня просто заскрипели кости. Это очень крутое упражнение. И последнее упражнение, оно тоже очень классно прорабатывает вообще всю заднюю поверхность спины. Даже немножко ноги включаются, потому что их надо держать на весу и еще сводить-разводить ноги вместе. И так как вчера у меня была тренировка на ноги, я их сейчас почувствовала. У меня опять зажглось бедро, прочувствовала все тело. Поэтому всем советую этот марафон. У кого мало времени, всего лишь я ее делала, эту тренировку, 15 или 20 минут, около того. Второй день закончился. Все классно, пока идем в том темпе, который я себе запланировала. Как будет дальше, посмотрим, но у меня хороший настрой. Всем пока и до завтра!